Всем привет, в этой серии хищных тачек мы будем играть только новыми тачками 2023 года, начиная с тачки пришелец на самом сложном уровне новой локации вторжения пришельцев. Поиграв на всех уровнях, вроде как 12 левел, такой самый неприятный, здесь много очень шипов, этих мостов, поэтому давайте посмотрим, какая из тачек, из новых тачек сможет здесь лучше этот уровень пройти. А будем измерять по количеству, наверное, самоцветов, потому что по турбе мы можем, конечно же, очень быстро пролететь, а так мы не будем разгоняться особо. Дроны я тоже не ставлю. И сейчас мы, ребята, будем смотреть вот эти, смотрите, шипы. Какая из тачек все-таки здесь себя лучше покажет. Пока начинаем с пришельца. Это все-таки как бы родная локация, можно так сказать, этой тачки. На, еще бомбочками будем отстреливаться. Но здесь главное, я так понимаю, мне не упасть только. Если упадем, тогда все. Вот, смотрите, какие эти мостики. Какие они длинные. Так, хорош. Пока у пришельца никаких проблем. Так, здесь что, не видите? Там тоже были мосты. Непонятно. Летишь и думаешь, что там под низом. Так, эти петли. Петли надо как-то... Ну, как-то бы их медленнее проходить. Вот как брать самоцветы в середине петли, не понимаю. Так, отстреливаемся. Отстреливаемся от пришельцев и стараемся ближе держаться к самоцветам. Ну что, кто-нибудь еще будет нападать? Ну хотя мы что, будем считать, наверное, самоцветы? Ладно, будем считать общие самоцветы. Не только собраны, но... Да, ну, наверное, надо еще и сбитые считать тоже. Мы же должны не быстро убегать от пришельцев, а как-то тормозить, их уничтожать. Где еще там пришелец? Так, о, давайте вниз спустимся. Вот он, на, готов. Готов, чувачок. И все? Ну, по сути, не очень-то и длинная локация. Я думал, будет подлиннее. Как-то быстро мы ее проехали. Все. Смотрим, ну что у нас получается по самоцветам. 780, да, вроде там собрали. Так, итого у нас получается всего 780. А, нет. Всего 1170. Потому что нам еще 50% дали за 3 планеты. 1170. Такая у нас отправная точка. Идем дальше, смотрим, какая тачка сможет собрать больше. Больше самоцветов. Дальше у нас Шторм. Я думаю, Шторм сможет больше собрать самоцветов только за счет своего размера. Давай сразу будем уничтожать. Уничтожаем пришельцев гражданских. Еще. На, еще гражданский. Надеюсь, я в тот раз не пропустил пришельцев. Может, я кого-то там и оставил, потому что без дронов это делать сложнее. Ты не понимаешь, где какой там пришелец где-то, может, застрял. Давайте, ладно, давайте еще петлю сделаем. Вот он, чувачок, вот он. Сбил? Да, уже сбил. Так, гражданский. Ну, ок, мне кажется, побыстрее. Да, по-моему, пришелец побыстрее. Ой, Шторм побыстрее едет. И видите, мы потеряли пришельца. Тот, кто нас догонял, он упал. А это значит, уже меньше за сбитого нам дадут. Ладно. Давай. На тебе. Или мне не дают за... Нет, по-моему, за сбитых дают. О, здесь надо тормознуть как-то. По-моему, тоже получилось больше. По-моему, получилось больше взять самоцветов. Не знаю, мне пока за сбитого ничего не при... А, за сбитого, по-моему, считают отдельно. Так, ладно. Уже к финишу приближаемся. 740, там было... Да, там было 780 точно. Ой-ой-ой. Опасно было. Все, мы уже побиваем, ребята. Побили рекорд. Отлично. Побили рекорд. Пришельца, вот он. Вот этот пришелец. Давай вот так добьем. 967. Еще, может, здесь соберем пару самоцветов в конце. Так, и в конце. 996. Ну, до 1000 не хватило. 4 самоцвета. Но это все равно будет хороший результат. Будет 1500 почти, я думаю. 1494. Из-за сбитых всего лишь 66 самоцветов. Как-то мало. А у нас еще одна новая тачка. Это Трифит. Классная тачка. Когда нажимаешь турбо, как вы знаете, он сбрасывает сразу бомбочки. Я думаю, это нам будет помогать. Помогать уничтожать пришельцев. Так, гражданский. Пришелец. Гражданский. Я лучше буду бомбочками добивать. Так, аккуратно проходим эти шипы. Пару
бомбежек скидывали, по-моему, никого мои бомбежки не зацепили. Хочу еще раз зайти на эту петлю, чтобы там дособрать самоцвет, не получается. Ой, ой, опасно, опасно. Опять потеряли, да, по-моему, пришельца. Так, есть, били гражданского. Я думал, он скользнет от меня. Здесь вообще на изи все проходим. Ну, знаете, я как-то уже и не думаю, что эта локация, вернее, этот уровень этой локации такой уж и сложный. Как-то легко мы проходим. Уже, в принципе, после пару таких заходов знаешь, где эти шипы, где надо притормозить. Как бы особо ничего, по-моему, ничего сложного. Так, на, тебе добиваем. Или надо все-таки останавливаться. Не спешить. 743. Мало пока, ребята, мало. Мы проигрываем шторму. Да, шторму, ой. А можно надо вниз мне падать? Да, почему я наверх лезу? А, ну здесь могу собрать самоцветы. Здесь могу. Сейчас съезжаем вниз там. А, не, вот, пришелец сверху. Так, все, поехали. 918. Мало. Уже проиграли. Но мы еще посмотрим за сбитых. Да. 945. Смотрим, что у нас по сбитым. Будет, может, по сбитым побольше. Там было 66. Тут 155. Итого у нас, ребята, 1417. Ну, немного. Не дотянули, ладно. Идем дальше. Ну, а дальше у нас последняя из новых тачек. Это ястреб. Тачка топ. Посмотрим, сможем ли мы побить на данный момент уже рекорд шторма на этой локации. Я вообще-то буду стараться медленно ехать. Не будем пропускать ни одного самоцвета стараться. Так, гражданские. Ой, гражданские уезжают. Ведь я сейчас уеду. Так. Хорош, всех, всех сбиваем, уничтожаем. У нас тут такой крутейший лазер. Давай. Даже буду стараться, может, бомбочек меньше сбрасывать. Вот здесь я хочу, вот здесь как-то тормоз. Еще попробую еще раз. Ну, о, есть. А, ну, нет, нет, все равно не собрал. Все равно не собрал самоцветы. По той же траектории он делает петлю. Так, здесь, ну, здесь даже не могу. И флипчик не нак... О, накрутился флип, хорош. Без флипов опасно. О, гражданский, иди сюда. Есть, гражданского зацепил. Так, ну почти все самоцветы собрал. Не знаю, стараюсь как можно аккуратнее. Так, ладно, этих чувачков. Так, добьем. Пока 545. Куда нам? А, ну да, сюда прыгаем. Здесь надо, вот здесь, вот как здесь тормознуть? О, хорош. И все, и больше не получается собрать. Давай сюда, вот как, о, повыше поднялся. Давай, ну-ка, иди сюда. Там два пришельца. По-моему, только одного вынес. А вот еще один. На, давай тебе лазером. Готов, чувачок. И что у нас? 830. По-моему, это маловато. Если сравнивать по шторму. Ну, 864 мало. Так, пошли. Ё-моё! Ну почему там стена? Очень странно. Я, ребята, реально упирался в эту стену. В общем, захотел собрать больше самоцветов. И в итоге не собрал ничего. Но странно. Не понимаю, почему. Вроде бы должна была тачка там проехать. Но все-таки там как бы стена, как непонятно. Или это глюк? Можно на другой тачке попробовать будет. Сейчас уже, ладно, попробую опять повторить тот же результат по самоцветам. Аккуратно играть. Но уже доеду. Доеду до финиша тем же путем, каким и все тачки проезжали. Так, здесь мне надо, да? Здесь надо тормознуть. Давай, отрывайся. О, наконец. Нет, не собрал три. А я уже хотел сказать, что все самоцветы собрал. Нет. Давай, ястреб. Ты можешь. Ты можешь, я думаю, больше собирать. Да, в принципе, я думаю, и если бы я на шторме так медленно ехал, тоже бы все собирал. Так, где что? По-моему, чисто. Всех выносим. Ах, тут не собрал, пропустил десяточку, даже больше. Так, здесь что? Ну, тоже как-то маловато, наверное, собрал. Так, отстаньте, чуваки. Вот как мне подняться вот до этих самоцветов? Никак не поднимусь. А вверх? Не-а. Тачка, ее либо назад как-то относит, либо вперед. Именно вверх, но не хочет она взлетать. Так, ладно, здесь. По-моему, здесь у меня тогда получилось.
Да ё-моё, вообще вылетел. Ой-ой-ой, всё про... Зевал, ничего не собрал. Да ладно, жесть. Тогда у меня лучше получилось. Здесь можно было, конечно, побольше самоцветов хапнуть. Ну ладно, идем дальше. Сейчас появится пришелец, да? Вот здесь, по-моему, где-то мы его выносили. Да, вот он. Вот этот пришелец. Все. Ну что, поехали. Опасный. Сейчас будет прыжок. А, хорош. 980. Че? По-моему, ребята, неплохо. Неплохо идем. Так, на, давай, расстреливай его. Есть, добили. Добили этого чувачка, этого пришельца. И у нас все. Финалочка. 1093. Ну, 1100 будет по-любому. Да, по-моему, это больше, ребята. Больше шторма. Если мне не изменяет память. Да, больше шторма. А еще 50% дадут. Короче, смотрим. Итого у нас 1680. Все-таки победил, если более тщательно играть на этом уровне. Побеждает, ребята, ястреб. На этом все. С вами был Никита Доскорова. Пока-пока.